В минувшие выходные открылся самый крупный на Дальнем Востоке торгово-развлекательный комплекс «Острова». На 36 тысячах квадратных метров расположилось более 90 торговых точек, включая магазины одежды, игрушек, посуды, кинотеатры и кафе. Открытие спровоцировало даже дорожный коллапс. Вся улица Мухина, на которой находятся острова, превратилась в огромную пробку. Ради чего так спешили люди в торговый центр, расскажет Светлана Сотникова. Такое ощущение, что открытие этого торгового центра ждал не только Благовещенск, но и вся Амурская область. Нескончаемый поток людей машинами заставлена не только парковка, но и близлежащие дворы. Усложняется все еще и тем, что зайти и выйти в центр можно только через одну дверь. Для тех, кто в острова все-таки попал, преодолел и пробки, и единственную дверь, и очередь уже при входе, подготовили яркое шоу. На сцене торгового центра посетителей ждал настоящий бразильский карнавал. Шесть тысяч квадратных метров еще не предел, рассказала управляющая островами. В ближайшие два года торговый центр будут достраивать не в высоту, а в ширину – до 60 тысяч квадратов. На сегодняшний день свободных площадей уже нет. Принимаем заявки на будущие площади. И интерес очень большой. Мы в день получаем огромное количество заявок, желающих зайти к нам. Но отбор очень жесткий. То есть мы держим высокую планку, есть определенные требования. То есть мы запускаем либо бренд, то есть это должен быть франчайзинг, либо это должна быть федеральная сеть. Несмотря на огромную площадь, потеряться в торговом центре сложно. По всей территории, как в аэропорту, есть указатели. Работает и информационная служба. Самый популярный вопрос посетителей в день открытия – где находится посудоцентр? К Новому году люди стремятся купить подарки всем сразу в одном месте. Да вот на подарки для Нового года. Семье и всем родственникам. Ну, это вот детям, они там вроде ремонт делают после квартиры. Вот такие вот постели. А это соседям вот на Новый год подарки. Только вот очереди много. Вроде и 8 касс, а вот сами видите, какая очередь. Торговый центр реально напоминает остров, только обитаемый. Здесь можно купить и одежду, и продукты, и игрушки, и электронику. Есть отделение банков, туристические фирмы и множество кафе, 3 кинотеатра, аттракционы для детей. На все это посмотреть пришли так много людей, что очереди в некоторых отделах растянулись на всю длину магазина. Я пришла, с детей привела. И вот они мне пришли, мам, пойдем, пойдем. Но я ничего здесь такого хорошего не нашла. Цены не дешевые, как нам обещали по рекламе. Везде народу. В дверь там одна в входе открыта. Могли бы в такой день и все двери открыть. Все понравилось. Мороженое бесплатно дают. Там вот комплексы всякие, там выступления. Все понравилось. В день открытия принять посетителей смогли не все 90 торговых точек. Некоторые откроются в ближайшие дни. Каждые выходные в торговом центре будут устраивать праздники для посетителей, конкурсы, выступления артистов. Кстати, один из основных плюсов – работают острова до 10 часов вечера. Так что обойти весь комплекс времени хватит у каждого. Светлана Сотникова, Роман Юдаков. Новости дня. Информационное агентство «Порт Амур».